Приветствуем, приветствуем вас на канале Раиса Гриченко. Дача, сад, огород, цветы. К сожалению, вот появились у нас новые вредители, и тема такая вот не очень приятная. Но просто хочется, я пересмотрела все атласы, хочется узнать, что это за насекомые. Они появились в этом году неделю назад. Раньше я их не встречала у нас в нашем районе. Их не было. Вот для того, чтобы их вот показать, мне пришлось их выловить в водичку, иначе они очень быстро перемещаются. Сейчас покажу вам еще я на листик. Их много, они просто летят куда-то, спешат. Чаще всего это вот движение, они идут из севера на юг. Вот такая зверюка. На вид, казалось бы, безобидная. Вот такой снизу он, этот жучок, это насекомые, хитрые очень, очень умные. Вот живое бежало, я его чуть-чуть на белую бумагу, чтобы увидеть, положила. Все, как будто бы мертвое. Кстати, птицы его не едят. Так, сейчас его задавлю, вот что с него выходит. Вот такой этот, вот видите, вредитель. Казалось бы, красивое какое-то насекомое. Смотрите, как они умно поступают в воде. Они собираются в кучку и друг дружке помогают. Вот что творится. Ну, все бы было бы хорошо. Я за ними долго наблюдала. Они ничего не трогали до момента, когда вчера я не увидела. Сейчас покажу вот такую ситуацию. Вот эти насекомые. Вот так интересно, красиво, по-моему, видно вот снизу, вот так над крылышками или перед крылышками у них красненькое такое, ожог черный. И смотрите, как он наминает мяту. Вот так вот красиво. И весь куст мяты уже обгрызанный. Смотрите, что делают. Продолжают грызть с разных сторон и выделяют экскременты. И еще я их заметила на хризантеме. Правда, не все сорта, но есть и на бархатцах. То есть растения, которые имеют какой-то особый запах, они очень активно его используют. Вот. Вот такая красота, если это можно назвать. Если кто-то из тех, кто занимается насекомыми, узнает этого нового вредителя, по-другому не скажу, не имеет запаха никакого, очень мягкий, нежный, быстро давится. Это не клопы черепашки, а вот, вот такой вот, не знаю, какой-то маленький новый вид вредителя. Если он съедает все наши мятные и ароматные растения, то это уже вредитель. Что это такое? Кстати, испытания провела, обработала биопрепаратом. Их не берет биопрепарат. Они устойчивы к биопрепарату. Вот пока мы говорили, новый ползет по земле. Вот они ползают, 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 видите? Они появились со стороны леса, то есть там сейчас очень много разных трав, очень много высоких дождей были. Вот, и там вот массово эти вредители развелись, и вот они наступают в Измаиле на огороды, на наши растения. Если кто знает, как называются они и что они собой представляют, нужно всю информацию узнать. Кстати, птицы их не клюют, что интересно, тоже наблюдала. Кто знает, что это такое, как с ним бороться, пожалуйста, напишите в своих комментариях, потому что это сейчас у нас, а завтра займет другие дачи, огороды, участки.
и будут осваивать территорию. Перемещаются очень быстро, летают и двигаются. Летают не сильно долго, немного летят, а потом ударяются о стенку дома, и вот это начинается передвижение, перемещение. Шагают себе тихонечко ножками и вперед. Ну что, не очень приятная тема, но о ней нужно говорить, чтобы не было так, как клопы черепашки. Надо найти способ. Буду, конечно, искать, что с этим насекомым нужно делать дальше. Хорошее оно или плохое. Но на данном этапе первые его действия, которые вот такие не очень приятные для человека, съедание растений, листьев растений, не очень приятно. Ну что ж, прощаюсь пока с вами. До новых встреч в новых видео. Жду ваше мнение и отклики.